В Смоленске 32-летний житель задержан по подозрению в попытке взломать банкомат. К полицейским города в течение месяца обратились несколько представителей службы безопасности банковских организаций с сообщениями о повреждении банкоматов. Стражам порядка удалось выйти на след взломщика. В центре Смоленска в одном из отделений банка сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого. А что задержан? За угол. Загляните с камерой, все поймете. Банкомат хотел ограбить? Хотел. Взломщика доставили в отдел полиции, где он рассказал, что пытался вскрыть банкомат уже пятый раз. Однако удача отвернулась от мужчины. Ни одна попытка успехом не увенчалась, и денег смолянин так и не увидел. Как вообще все это происходило? Чем взламывали? Предполагался подрыв газом, газовой смесью, пропан и кислород. А где брали вообще? Как вообще изготавливали это все? Пропан продается, кислород тоже. Изобретательный взломщик приобрел небольшой газовый баллон и из него, как из пульверизатора, закачал внутрь банкомата сжиженный пропан. Такие эксперименты с газом могли закончиться взрывом, что уже случалось в других регионах. Следственным управлением УМВД России по городу Смоленску возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса «Покушение на кражу». Теперь незадачливому вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.